Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим, как в лаборатории получают углекислый газ. Ну, вообще классически, для того, чтобы получить углекислый газ в лаборатории, проводят реакцию взаимодействия карбоната кальция, твердого вещества, да, он нерастворим, с какой-нибудь кислотой, но чаще всего с соляной. И, как правило, конечно же, углекислый газ получают в каких-то специальных аппаратах для получения газообразных веществ. Это может быть, например, аппарат Кипа или аппарат Кирюшкина. Но мы с вами проведем в обычной пробирке, и вместо карбоната кальция мы используем карбонат натрия, потому что на самом деле большой разницы здесь нет. Просто обычно для этого берут карбонат кальция. Собственно говоря, сам по себе карбонат кальция, вещество нам знакомое, да, по большому счету мел обычный, белый, да, которым раньше писали на доске, когда еще писали на них мелом, а также, например, такие вещества, как мрамор и известняк, они представляют собой с химической точки зрения именно карбонат кальция. И, кстати говоря, например, именно таким образом можно очень легко отличить мрамор от гранита. Например, если вы капнете капельку кислоты на гранит, с ним ничего не будет происходить. А если вы капнете капельку кислоты на мрамор, то он начнет растворяться, начнет выделяться углекислый газ. Собственно говоря, здесь нам с вами предстоит работать с кислотой, поэтому, конечно же, важно помнить правила техники безопасности. Кислота – это очень опасное вещество, да, мы помним, что при попадании на кожу она может вызывать ожоги. Это, конечно, не концентрированная серная кислота, но все равно довольно неприятно, даже соляная кислота, вещество активное. Поэтому мы, конечно же, помним, что с кислотами вообще стоит работать в перчатках, особенно с концентрированными. Я это не делаю исключительно потому, что у нас очень удобная тара, да, которой, ну, практически невозможно капнуть это вещество куда-то мимо пробирки, куда и планируется его наливать. Конечно же, если бы я работал, наливая его через край, либо же, если бы я использовал пипетку, я бы, конечно, надел перчатки, потому что мне тоже совершенно не хочется, чтобы на мои руки попадала кислота. Собственно говоря, также помним о том, что следует держать емкость с веществом, с которым будем наливать что-либо, этикеткой вверх, для того, чтобы вещество, попадающее на этикетку, ее не повредило. Мы с вами помним, что мы не можем пользоваться веществами, если мы не читаем этикетку, не понимаем, что на ней написано. И кроме того, конечно же, надо помнить, что если вдруг все-таки такое происходит, и кислота попадает нам на руки, то следует немедленно отправиться промывать руку под проточной водой, да, из-под крана, и, собственно говоря, потом желательно еще обработать раствором соды, если есть такая возможность. Да, для того, чтобы предотвратить какие-то болевые неприятные ощущения, для того, чтобы предотвратить возможные последствия химические ожоги. Правило, которым стоит руководствоваться при работе с любыми кислотами, да, если вдруг что-то такое происходит. Кроме того, в общем-то говоря, также понимаем, что та реакция, о которой идет речь, является реакцией обмена. Да? Реакция обмена, которая протекает за счет того, что у нас в ходе этой реакции в результате будет образовываться газообразное вещество. Да? Обычно твердые вещества, такие как карбонат кальция, не взаимодействуют с другими веществами в реакциях ионного обмена. Мы с вами помним, что одно из условий протекания реакции ионного обмена – это то, что все вещества, которые там участвуют, реагирующие, да, оба, должны быть растворимы. Однако с сильными кислотами это правило зачастую может не соблюдаться, и многие сильные кислоты могут взаимодействовать даже с нерастворимыми веществами, если при этом выделится газ. В данном случае газ выделяется за счет образования слабой угольной кислоты H2CO3, которая и распадается на воду и углекислый газ. Именно таким образом углекислый газ и получают в лаборатории. Ну, собственно, давайте посмотрим на сам опыт. Посмотрим на то, как у нас будет образовываться осадок карбоната кальция. Для этого берем, еще раз повторюсь, растворимый хлорид кальция и такой же растворимый карбонат натрия. И приливаем эти вещества в пробирку. Здесь нет никакой разницы, в какой последовательности их наливать. Просто соблюдаем правила техники безопасности, держим этикеткой вверх. Набираем небольшое количество, ну, где-то около миллилитра. Это у нас был хлорид кальция. Теперь добавим сюда карбонат натрия. У нас с вами произойдет реакция ионного обмена. И мы с вами вот уже наблюдаем образование белого осадка. Он такой вот состоит из очень мелких кристалликов, но, тем не менее, мы его очень хорошо и отчетливо видим. Да? Это, соответственно, это у нас кальций CO3. Мы уже можем наблюдать, как постепенно его маленькие кристаллики оседают на дно, как, в общем-то, обычно делают осадки. Да? И там уже отчетливо видно твердое вещество. Если какое-то время его отстаивать, то больше их части осядет. А вообще, собственно, вот такие вот мелкие частицы карбоната кальция, образующиеся в растворе, подобные такие смеси, иногда называют известковым молоком. Да? В принципе, аналогичный эффект будет, например, у качественной реакции на углекислый газ.
газ, когда мы пропускаем СО2 через кальций H2O. Да, там также образуется кальций СО3, но единственное, что там кристаллики, вероятно, будут еще меньше. Здесь они такие достаточно большие, и постепенно вот они на дно пробирки оседают, это хорошо видно. В принципе, конечно, полученный кислород кальция может быть растворим в кислоте или даже разлагаться при нагревании, но нам с вами на сегодня достаточно просто проведения этой качественной. Но сегодня мы просто проводим качественную реакцию. В принципе, именно так можно определить как содержание карбонатов в растворе, так и содержание ионов кальция в растворе.